Высмеивать уже не получается. Все заговорщики все признали. Рассказали детали, подробности от А до Я. Вся страна увидела, что за нечисть рвалась к власти. Пока бараны и овцы шатались по митингам, в стране готовился кровавый переворот, заговор, убийство, путч. И реальные организаторы, не толстые политологи. Они технические исполнители, преисполненные амбиции неудачники. Их кинули. И они всех сдали. Фонд Сороса, еврейская диаспора Америки, спецслужбы США. Курировал группу Майкл Карпентер, советник Байдена по нашему региону. Что за философия ими движет? Почему они хотят убить президента? Послушаем самого мистера Карпентера. Как сказал Збигнев Бжезинский, с Украиной Россия империя, а без Украины национальное государство. Это применимое для Беларуси тоже, если Россия станет в итоге национальным государством и оградит себя от имперских амбиций, тогда и только тогда у нее будет шанс стать демократией. Если же она будет грязить имперскими амбициями, то в обозримом будущем останется авторитарным государством. К сожалению, тут очень прямая связь.